Добрый день, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Нерубы. Сегодня мы рассматриваем фарму мотеля, делаем по нему небольшой гайд по запросам наших желающих. Мы будем делать гайд по каждой локации. Начнем с самой легкой локации для новичков, это мотель. Что вам нужно для мотеля? Вам нужна какая-то обычная броня. Даже самая начальная броня вам сойдет. Вам нужна будет сумочка. Вам нужна будет три вообще оружия. Я взял чуть больше, потому что у меня полусломанные, и я хочу их просто добить. И вам нужны будут топоры, чтобы открыть заблокированные комнаты. Если у вас есть способность взламывать замки, хотя бы первое, это вам будет только в плюс. Поэтому, если вы увидите эту способность, обязательно берите хотя бы в один уровень. Желательно вообще ее в три брать. У вас доход сразу же увеличится значительно. Ну, давайте перейдем к самой локации. Мы сейчас находимся на локации. Входим в нее. Осмотрим каждую комнату и разберем каждую комнату. Мы начали с самого начала. Здесь начинаются обычные зомби. Ничего особенного, убиваем их. Веревка. Ткань берем сразу. Ткань всегда нам нужна будет. Веревки потом мы заберем, если у нас батарейка. Возьмем батарейку пока что. Опять веревка, пока что не надо. Входим в отель, зачищаем отель. Берем мачете, полусломанный. Опять веревка. Обращаю внимание на уровень вашего персонажа. У меня очень близко к повышению, поэтому я не буду тратить хилы, но если у вас начинается хилы идти вниз, то советую потратить. Пока ничего особенного не выпало. Идем в первую комнату, рассматриваем первую комнату. Еще один зомби. Ткань, обязательно берем ткань. Ткань всегда очень важная вещь. Дальше идем. Первый открываем кабинет. Очень вкусно. Шляпа полусломанная. Целое, кстати, весло тоже неплохо. Лекарства и еще ткань, что очень даже нам хорошо. Нам надо открыть вот этот проем. Если вы не знаете, как его открывать, то берете вот этот газовый баллон, тащите его к этому проему. Потихоньку мы его будем тащить. Я же понимаю, что это локация для новичков, поэтому рассматриваем ее только для новичков. Ребята, извиняюсь, если вы в игре давно и, возможно, вам это не интересно. Вуд спамится в основном три зомби. Легким образом мы их очищаем. Опять же у нас убирает. Мы теряем. Давайте возьмем молоток. Во второй локатор. Вот эту комнату вы можете взломать только если у вас есть уровень 1 взломщика. Это очень важно. Одна из самых важных комнат, почему я вам скажу сейчас. Здесь всегда спамится граната. Вот в этом этот ящик самый выгодный, который вообще фармить. Здесь всегда спамится граната, какое-то хорошее оружие и фабрика, и полусломанные ботинки. Но они, опять же, хорошего качества. Мы их возьмем на обратном пути. Здесь будет большой зомби. Мы его одним ударом бьем, отступаем. И попытаемся мы его заманить за стену. Вот здесь. Устраиваемся так, что он нас больше бить не может. Переключаемся на мачете. Мачете более серьезно бьет. Подлечимся чуть-чуть. Ждем. Бьем. Неудачно. Он, к сожалению, зашел. И у нас не получилось его экономно его взять. Сигареты не обязательно брать. Они очень часто выпадают. Обычно зомби ломают эту стену. Давайте проверим этот ящик, посмотрим, что в нем.
броня хорошая, причем даже лучше, чем у нас. Ткань, опять же, весло, то для начального уровня очень хорошо. Ломаем, и тут будет три зомби. Мачете их легко убирает, и мы поднимаем уровень, нам не надо лечиться, мы только что подняли уровень. Давайте посмотрим, что нам выпало по уровню. К сожалению, ничего хорошего нам не выпало. Берем этот. Посмотрим, что у зомби. У зомби ничего. Лутаем телевизор, смотрим, что у нас в телевизоре. Самое важное здесь бинты, я считаю, болты. Так, ну мы вторую ходку придется делать у нас. Ломаем эту стену. Ломается один топор, освобождается место для лута. И опять же, у нас тут три зомби. Без проблем их уносим. Подлечиваемся. Здесь у нас обычно уголь и дерево. Два угля, три дерева. Я обычно не беру, но если вам совсем надо, то я бы... можно на второй ходке взять. Я возьму клейковую ленту. Потом вернемся на второй ходке и все заберем здесь. Но я думаю, что я не буду в видео это показывать потом. Не имеет смысла просто. Этот зомби обычно имеет способность... оглушать криком. Давайте попытаемся его как-то стены его не получается, но к сожалению не получилось, ребят. Попытаемся с этой стороны. Вот с этой стороны получилось. Вот мы ее убрали. Очень хорошо. Идем дальше. Тут зомби сами ломают стену, поэтому мы свой топор как бы экономим. Не скажу, что это хорошо, не скажу, что это плохо, но нормально. Обыскиваем этот комодочку. Что здесь важно? Здесь бинты, лекарства и клей относительно важно. То есть, если придется вторую ходку опять же делать. И последняя комната. Смотрим, проверяем ящик. А потом открываем эту комнату. У нас еще три топора есть. Лекарства, полусломанные... одежда и еще одно весло. В принципе, весьма хорошо. Это самая сложная комната. Здесь придется потратить лечилок. Или вы, если хотите, можете его вот так убить мелких зомби и его потихоньку вот так чистить. И все. Опять же, веревок много. Лутаем последний телевизор, посмотрим, что здесь у нас. Еще гайки, еще чипы. Ну, в принципе, нормально, я считаю. Большинство этих деталей вам пригодится для постройки вашего мотоцикла. Подлечиваемся, освобождаем место. И пойдемте... как говорится, на черный ход. Вот здесь у нас машина. Обычно в машине хороший лут всегда. Проверяйте всегда машину. Мне часто выпадало здесь какие-то сладости. Выпал желтый купон, что неплохо. Проверяем барбекюшницу, уголь и курицу. Но надо будет вернуться. У нас полный рюкзак. И, к сожалению, придется
бежать на базу и возвращаться. Хотя я это сделаю, но я это вырежу просто из видео, ребята. То есть, тем самым мы прошли отель. Что мы для этого мы получили? Мы получили, самое ценное, это гранату, несколько весел, мы еще их не забрали, купон, лекарства, батарейки. Самое важное, это болты. Болты вам всегда пригодятся, они один из важнейших ресурсов. И при этом вы получили как минимум опыта. Ну вот, и это был такой коротенький гайд по мотелю. Обязательно фармьте его. Возможно, если у вас нет уровня взломчика, постарайтесь его получить. Если вы говорите, мотель не окупает себя, только из-за и только из-за гранаты он себя окупает. И только из-за гранаты он себя окупает. То есть мотель, я считаю, что лутать обязательно. Поэтому, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и надеюсь, я увижу вас в другом видео, ребята. Спасибо. Пока-пока.